Привет, ты на канале Noisy Boy Games, и мы с тобой поиграем в Dude Zeft Wars. Артём, я на паузу поставлю. И давайте новая игра. Дай поиграть. Вот я уже у спинного. И Здесь у меня есть. Ой. Там пианино дома. Я могу делать вот так. Там пианино было, ты видел? Где? Ну, в доме. Вот снизу пианино. Где? Угу. Вот пианино. Синтезатор? Да. Геймсейвит. Отлично. Можно? Ладно. О, скейт. Жаль, на скейте нельзя покататься. Хопа. Вот моя машина. Отлично. Надо ограбить банк. Кто мне машину разбил? Ладно, ограблю банк. Давай, танцуй. Теперь нужно ехать домой. Теперь надо быстро ехать домой. Пока за нами полиция не приехала. Ну да. Хопа. В гараж заезжай. Ну ладно. Там гараж был. Можно было сюда. Хорошо, тогда. Опа, заезжаем. Отлично. Осталось закрыть, что ли? Странно, я не могу закрыть гараж. Окна разбить? Нет. Ладно. Открыть открытку. Идем. Все. Идем. Полиция приехала такая. Полиция вправду может приехать. Спасибо. Я одолжу вашу машину. Это для дела. Мы ехали на другую машину, это нормально. Я одолжу вашу машину. Я поеду на нее там. Ладно, можете. Давайте я вам машину поеду. Колесо можно побить? Не, дай сюда, я кое-что. Подожди, я хочу турбо включить. И врезаться, например, сюда. Все, как интересно. Как я же на машину разбил. О, смотри, машина. Ладно, дай сюда, пожалуйста.
В общем, я нормально так ударился. О, укради этот фургон. Отлично. Так, едем теперь. Задавим человека. Еще одну. Отлично. Эй, чуть не врезалась. Поеду-ка я домой. Нет. О. Ты дерево сломал. Ты машину помял. Да все равно. Украду чью-то машину. Типа могу. А. Я возьму себе вот такую. Это... Стой! Ладно. Включим турбо. И полетим. Нет! Я сломал дерево. Смотрим по карте, где дом. Дом будет. Где ты дом? Пропустил дом. Где? С другой стороны. Боулинг. Еще. Нет. Где дом? Дай. Вот тут где-то. Не знаю. Вот, я видел там был дом. Вот наш. Вот на... Да вот там дом. Вот отмеченное. Вот. Да это я только что отметил. Нам сюда надо приехать. К дому нашему стой. Вот так. А, так вот он прям тут. Все. Я приехал домой. А где крыса ваша? Вот тут оставлю свою машину новенькую. И... Опа. Возьму. И войду в дом. Жаль, их не разбить нельзя. Эй, кто дома есть? Эй. Странно. Это бандиты! Ручка. И кто-то дома есть? Ну, хоть один. Никто дома не живет. Ой. Это что? Дверь. Привет. А, не убежишь. Иди сюда. Ты где? Он побежал к себе домой. Ой. Ты со второго этажа свалился. А как он туда? А где он? Он исчез. Походу он убежал. Вертолет какой-то летит. Где? Послышался. А ну иди сюда. Отлично. Где он где? Полиция! Надо украсть какую-то машину. Ой, это у фургона дверь отпала. Опа. Опа. Полиция. А, меня стреляют. Надо уехать поскорее. Отлично. Тут я скроюсь. Биг Бен. Или что это? Стрёмно. О,
Я сбежал от полиции, походу. Опа. Ага. И теперь нам надо пойти. Я видел там какую-то машину. А, это отель. Можно посидеть. Угу. Там, а, это Сан-Франциско. Там мост. Да. You need to grow up, silly thing. Пожарная машина, едь за пожарной. Иди сюда. No. Doing. Иди. О. Деньги. Деньги. Биг Бен, да, реально Биг Бен. Отлично, плюс $30. Полиция. Меня стреляют. Надо бежать. Отлично, я бежал. Там скейтборд. Плюс $7. Плюс $3. Ладно. За что тебе доллар дают? Ну, скейт. Отлично. Хоп, хоп, хоп. Вертолет летит! Я украл чей-то скейт. О, это не вертолет. Отлично. Моя машина. Ого! Как я могу? Это скейтборд летающий. Он летать может вообще? Ладно. Турбо-режим. А я кого-то могу сбить, интересно? Условно включилось. Ай, ай. Супер скорость. Нет! Я чуть не утопил свой скейт. О, отлично! Нет, скейт! Ничего себе, ты летаешь. Ладно, поехали. Меня, кажется, окружили, потому что я не могу выехать отсюда. Там можно купить машину. Ладно, подъедем. Посмотрим, что там можно купить. Это что? Вот здесь можно купить. OMG, this bad boy can fit some up Uganda knuckles что? In it. Да. Где мой скейт? А, я могу здесь купить машину и продать свою старую. Я отказался. Эй, я могу отсюда поехать? О. А, точно, вот так могу сделать. О, отлично, отлично. Вот это у меня идея. Меня высадили из машины. Я могу взять свой скейт? Нет. Ладно. Это мой телефон. Я могу вызвать такси. Хорошо. А, понял, все. Мне подарили машину, не знаю даже зачем. Мне подарили очень странную машину сейчас.
Вот. Мне дали машину. Я могу в нее сесть. Нет, не могу. Так. Я не могу его отсюда вытащить. Ну, вот такое видео у меня получилось. Спасибо за просмотр. Пока.